Всем ку! С вами я, Мафисбер. Сегодня мы будем играть, ну, как вы видите, у меня на столе лежит телефон. Значит, мы сегодня будем играть в Chicken Gun. Не забудьте подписаться. Погнали. Сегодня мы будем пытаться как-то ходить по лаве. Это ж вообще невозможно. Ну ладно, жульничать не... Да ты чё? С самого начала, блин. Ладно, где такой? А ты чё? Ладно. Пасхалочку. А, сейчас звук вырублю. Звук прям. Погнали к земле. Я не знаю, надо... Я никогда ее не пробовал. Я не знаю, как она, прозрачная или не. Я лечу. Со звуком пука. Бомбим землю. Пиу. Она прозрачная. Все, я понял. Летим тогда назад. Попытаться в лаву не попасть. Не попасть. Попробую как-то не попасть. И не хочется оттуда прыгнуть. Что происходит? Что я назад летаю? Остановимся. Я уже почти долетел. Ой. Да ты чё? Ладно, я заспал. Так и знал. Ладно. Попытаюсь как-то на машине, ну вы знаете, не улететь в кое-что. Ю-ху! Бэтмобиль рулит. Так и знал, что не попаду. Это отличная добыча. Тиу! Ты видел? Ладно. Что происходит? Ладно, сейчас приземлился на нашей с тобой базе. Тот, кто смотрит. Это ж наша база. Вообще. Бомбим самолет. Ладно, я пошутил. Я ж никогда не сбомблю самолет. Но вот этот разбомблю. Потому что я его сам оседлал. На. Чё? Где он? Да! Мы видели! Давайте как-то её пристроим, эту базу. Чешу. Ладно, мафиски точно подпишутся на мой... Сейчас. Возьму гориллу. У меня есть смешная идея. О! Как оно? Ладно, я пошутил. Нарисуй по третий. Супер спиннер. Мой дружище. Ладно. Тим. На. Поедим, да. Ладно. Как я стою на лаве? Как я уже... Ёху! Чё происходит? Ладно, спамнимся. Идём к пасхалку бомбить. Ну что нам на этой карте делать, а? Как думаете? И чё? Смотрите, прикол. Видели, как я разбомбил фонарь? Птички летят. Ня.
сейчас надо что-то делать. Ты что, спеть песню? Тазикот, тазикот, понятно все. Тазикот, тазикот. Земля, прощай. Как? Догони. Вот это выстрел. Догони, догони. Ты тоже догони. Попытайся. Попытайся. Что происходит? Ладно. Меня точно мафиски поддержат. В комментариях пишите. Вам нравятся такие ролики? Как я за телефоном сижу и играю в Chicken Gun. Вы видите? Прикиньте, если бы меня добавили в мобы. У меня ног нет. Мафиски. За это нужно точно подписку. Я просто в шоке. Что сейчас же было? Ладно. Ниндзя, а ты что здесь делаешь? Горилла. Папка! Где она? Вы видели, как она кувыркается? Давайте еще раз ее запустим. Только сейчас бинокль возьму. Кирилла. Так, Кирилла моя. Че? Ладно. Авока. Че? Как? Витадаш. Видя, как она свалилась. Ладно. Плаваю, поджигу. Стоп. У кого есть, сейчас покажу. У кого есть какой-то другой огнемет? Я не помню. Вот этот. У кого есть такой огнемет? Напишите в комментариях. Будет интересно почитать. А что случилось? Огнемет психует. А что если я нажму на вкладку «Скрыть оружие»? То чтоб... Не видно огню! Я нажимаю просто на кнопку и не видно на... Ну, не на кнопку, а на край. Там разработчик добавил эту штуку. Вы же помните? Вот эту. Вот, вот так вот. Вот тут вот. Ставите и нажимаете. Его. Видите? И у меня тут нычки, вареные яички, левушек, консервы, конечно, кура-гриль. Проехали. Нравилась рубрика? Ставь лайк, подписывайся, напиши в комментариях. Нравится? Ладно, мы прощаемся. Покеда, мафиски.